И снова здрасте. Paint the Town Red. Очередной мордобой квадратного типа, строения и структуры. В контексте пользовательских уровней. По-моему, очень умно звучало. Прям, я не знаю. Я, по-моему, расход вообще сделал. Перерасход умных фраз сейчас сделал вообще. Так. Итак, Police Station. Мы один раз уже были в Police Station. Все кончилось очень плохо. Поэтому сегодня мы опять идем в Police Station. На этот раз сделан этот Police Station неким Ford Focus Negro. Это такая толерантность, что ли, странная? Или что? Я, ладно, хорошо. Хорошо, все. Мы поняли. Отправляемся в Police Station. Как я уже говорил, в прошлый раз все кончилось плохо, поэтому, естественно, мы опять туда лезем. Это же Paint the Town Red. Тут всегда лезешь туда, где хуже. Итак. Ну, человек работает. Все понятно. А это что такое? Акция протеста, что ли? Ой. Куда это я? А это что? Это тоже акция протеста? Это повара протестуют? Эй, мужик, ты против чего протестуешь, стуча сковородкой? А? Чего? Кого? А я протестую, типа? Нет. Я просто тут сковородку гну. Я не знаю, что происходит, что они делают. О, ребят, работа, да? Ну, натурально бред какой-то. Что ты делаешь, мужик? Мужик, прекрати. Голову себе сковородкой поворачивает в мою сторону. Ну и как это? Эти тоже на меня все. Что? Здравствуйте. Здравствуйте. Что происходит? Ну, два брата-близнеца. ладно. Так, начнем мы откуда? Начнем, наверное, здесь. Мне нужна сковородка. Так. Кого? Один брат-близнец встал? Нет, не встал, он передумал. Ищ! Найте в нос! Думаю, что я прическа из 80-х. Где брат-близнец упертый? Он опять встает. Я тоже так могу, прикинь. Эй, положи! Спасибо. Так, я на стороне полицейских, естественно. Мне нравится полиция. Поэтому я на стороне полицейских. Я разгоняю хулиганов. Где вторая дубинка? Дайте мне дубинку. Мне надо дубинку, чтобы разгонять хулиганов. Так. Так, хулиганы разогнаны. Все отлично. Что теперь? Воу! Ты что, сдурел, что ли? Я на твоей стороне. Я хулиганов разгоняю. Эй! Ты что делаешь? А ты куда подбежал за мной? Кыш! Иди работай. О, дубинка. Вот он. Они любят через углы бить. Что за звук такой? О, привет. Не. А ты что на стол залез? Посади тебя за стол, ты и ноги на стол. А где у тебя тут что-то было большое? О, свинорез. Заточечки. Да вы тут хорошо. Этот закончил падать со стола. Эпически. Эпично, эпически, хрен его знает. Я, короче говоря, пропустил момент эпичного падения со стола этого чувака. Он полчаса падал со стола. Что вы там делаете? Знаете, минус нога и минус вторая. А что ты тут голый делаешь? Тебя что, задержали за эксгибиционизм, что ли? На! Ищ! Уйди! Где мой ножик? Я, между прочим, за вас был. Я не хотел с вами драться. Я был на вашей стороне. Я разгонял хулиганов. Способствовал наведению порядка, правопорядка. Уйди. Не! Ищ! Сват! Сват пришел!
А чё сват у вас какие-то детские звуки издает? Слабый у вас сват. А чё это было? Оп, я убегаю. У меня заточка, не подходи. Заточкой можно и сват зарубить. Смотри-ка. Оп. Да не попал я. Да не попал я. Отвали от меня. Заточку. И тебе того же. Так, я не контролирую дверь. Все, законтролил. Дверь вижу. Ну что, это весь ваш сват, что ли? А это что такое? Это что было? Игра, ты опять за свое? Вот что происходит? Блин, это какая-то мистика начинается, мне страшно. Чувака, ноги куда-то улетели, полетали по комнате, вернулись обратно. Ты тут грустишь? Ну, давай. Тебе повеселее будет, наверное. Точку! Блин, все, у меня точка сломалась, все, мирные переговоры! Да японский бог, я не могу войти. Дай сюда свой стул, ты не умеешь им пользоваться. Ну-ка. Повторить. Ну, где ты там? Вставай. Да ё-моё, я не могу туда зайти, стол мешает. Он забаговался, этот стол, я не могу зайти. Выстрелил в голову с ноги. Так, а что здесь у вас? Кабинет начальства какого-то? У вас начальство? Ну, начальство у себя хранит самое страшное оружие в вашем отделении, да? Биту? Бейсбольчатую. Тыщ! Да тыщ еще раз тебе! Что? Что там за вопли страшные? Три сотрудника полиции волтузят одного повара. Иди ты еще куда подальше. Тебе все? Нет? Ты еще? Ну давай ты еще. У вас тут кухня. А почему у вас на кухне гаечный ключ валяется? Ключ гаечный, он вообще в кухне. На кухне что делает? Как это вообще понимать? Что у вас за полиция такая? Дурковатая. А у вас здесь оружейка есть? Блин, у меня вся вода вылилась. Ладно. Вода вылилась, ну его нафиг. Все загадил. А почему патрон всего один? Чтобы застрелиться, это на крайний случай, да? Что это за черная комната такая? О, тут у вас сваты, видимо, обитают, потому что я тут нашел щит. Так, я тут был уже. Где? Не был. Здесь не был. Бросай оружие, эй! Полиция! Бросил! А у тебя нет оружия? Ну, ладно. А, есть оружие! Есть оружие! Как-то быстро они все кончились. Этот еще жопой куда-то дрыгнул. Напугать меня, видимо, хотел, да? Напугать хотел меня, видимо, да? Да? Жопой своей напугать. А это что такое? Это как? Это что? Это я его так повесил? Прикольно. Мне удалось. Ну ладно. Это как-то лежит не про... А, блин. Ладно, окей. Ну что, вот такой вот уровень. А, верните мне музыку. Итак, уровень у нас называется Police Station. Это второй раз, когда мы заглянули в Police Station. И сделан он человеком, который предлагает подарить некую машину, некое транспортное средство некоему представителю некой расы. Поэтому вот, как бы, скачиваем, играем, развлекаемся, помогаем полиции в некоторых местах. Ну, а если полиция проявляет агрессию, то, соответственно, мы как бы все равно помогаем полиции. А у меня на сегодня все. В принципе, спасибо за просмотр. Всем приходите еще, прописывайтесь на канале, проставляйтесь лайками. Всем здоровья, денег и всем пока.